очень часто приходится слышать, что бойкот – это пассивность, это отсутствие действия, это сидение, лежание на диване. Как будто бы поход на избирательный участок, украшенный какими-нибудь плакатиками и шариками, это уж такое яркое и сильное действие. Нет. Бойкот – это прежде всего выбор, это прежде всего решение, и это поступок. Вы не просто лежите на диване. Вы решаете сознательно не идти на эти выборы, потому что выборы являются фарсом. Вы отказываетесь играть по правилам власти. Отказ – это поступок, это решение. И принимая это решение, вы обязуете себя действовать дальше, как сознательный гражданин. И это значит, что вам придется не раз выходить на защиту своих взглядов. Но сначала вы должны принять решение и определить, что у вас эти взгляды есть. И это решение формируется прежде всего отказом от игры по правилам власти. Вот что такое бойкот.